Хоба, привет, с вами доктор Влад. Ну вот я не хотел сегодня еще раз выступать, но ну уж так случилось, так случилось. А что случилось, Владимир Витальевич? А случилось вот что. Я еще с утра посмотрел. Американцы выдвинули обвинение против 13 граждан Российской Федерации и три компании, да, и среди них, значит, вот этот повар Пригожин. Знаете вы его, да? И фабрика троллей питерских. Они еще в 2014 году начали все это дело. И, в общем, сейчас это уже доказано совершенно через Facebook, через лжеаккаунты и так далее. Facebook, я думаю, тоже достанется хорошо на орехи за такие дела, да. Ну и вот тролли, американцы начали с ними бороться, с этими, с российскими троллями, которые здесь уже надоели. Вот, а вы мне не верили, да, что... Я говорю всегда, всегда, как только какая гадость в мире происходит, даже вот стрельба у нас во Флориде, да, недавно в школе, я сразу сказал, это Путин, ребят, вот точно, да, вы смеялись, вот теперь смейтесь, смотрите, опять же, США, американская пресса пишет, что после стрельбы в школе во Флориде Твиттер наводнили российские тролли, понимаете? И вот этот парень, который стрелял, он тоже был в какой-то там группе и так далее. А в этих группах, как пить дать, сидят русские, вот, и, ну, те, которые владеют английским языком, якобы там кем-то представляются и, значит, нагнетают, нагнетают. Чё тут, зачем это все делается? Нагнетать, разделять общество, раскалывать общество, понимаете? То есть гадость, то есть вот именно покакать перед дверью, позвонить и попросить бумажку, да? Вот этим занимается Россия, понимаете? В лице вот этих троллей. Вот в частности, да, ну и все остальные. Посмотрите на эту Машу Распутину из... Не Распутина, забыл, как ее зовут. Маша из Министерства иностранных дел. У нее жаргон-то... Подождите, как это у Высоцкого? А как писать? Манька облигации или облигация, да? Вот она есть, она манька облигации настоящая. По манерам, понимаете, по манерам. Да, вот вспомнили, да, тот момент. Вот они, у МИДа манеры подзаборные какие-то. Вот, ну и все остальное. В общем, сегодня ко мне тоже тролли набежали, начали меня срамить за то, что я предал родину и все такое прочее, фигней страдаю. Ну, значит, фигней страдаю. Пока, до свидания, с вами был доктор Влад.